Збяром портфель першакласніку. Дабрачынны марафон у рэгіёне працягваецца. Сёння школьныя прыналежнасці ўручылі выхаванцам Гомельскага гарадскога сацыяльна-педагагічнага цэнтра. Адбылося мерапрыемства ў тэатры «Лялек». 12 дзяўчынак і хлопчыкаў атрымалі рукзакі з усім неабходным для школы з рук старшыні Гомельскага гарвыканкама Пятра Кірыченкі. Кіраўнік горада адзначыў, школьныя гады пралятаюць вельмі хутка. Трэба старацца і ўзяць максімум ведаў, якія потым прынясуць свой плён ужо ў дарослым жыцці. Дарэчы, да Дня ведаў маладое пакаленне гамельчан атрымае яшчэ некалькі падарункаў. Школа, которая вот благодаря нашему, в первую очередь, конечно, губернатору, надо честно это признать, потому что именно он выделил такие огромные средства, изыскал их, будет открываться 1 сентября в микрорайоне Хутор в Гомеле. Кроме этого, мы уже, правда, к Дню города, 11 сентября, ведем 4 площадки, тоже средства, которые выделил облисполком, губернатор. Уже вот у нас прошлогодний опыт был, мы увидели, насколько востребованы эти комплексные спортивно-игровые площадки, они просто забиты. Забиты детьми, взрослыми, молодежью. И поэтому еще 4 площадки, еще по каждом районе города появятся такие площадки. После официальной частки отбылась забавляльная программа для детей.